По поручению губернатора Сергея Морозова в регионе будет утверждена программа «Умный регион» на 2017-30 годы. Документ полностью вписывается в стратегию социально-экономического развития области до 2030 года. Для того, чтобы качество жизни было достойным, мы должны с вами заняться трансформацией и преобразованием городской инфраструктуры и работы разных коммунальных дорожных служб за счет внедрения инновационных партнерских решений. Мы должны с вами заниматься вовлечением и повышением активности граждан и бизнеса путем предоставления персонализированных услуг и приложений, которые способствуют диалогу разных правительственных, муниципальных структур и граждан в реальном масштабе времени за счет, опять же, использования технологий социальных коммуникаций, реализации инициатив в области открытого правительства, которые вот мы с Владимиром достаточно давно реализуем такой проект. Мы должны с вами ускорять инновации через предоставление молодому поколению современных возможностей обучения и личностного роста, опять же, основываясь на тех технологиях, которые сегодня есть. Мы должны воспользоваться новыми решениями с меньшими затратами ресурсов, которые сегодня уже предоставляются отдельными уникальными компаниями, отдельным городам и отдельным регионам. Сегодня уже создан проектный офис, определены приоритетные сферы для внедрения современных телекоммуникационных технологий. До середины этого года планируется утвердить концепцию. Мы пишем программу «Максимум» до 2030 года. Это проект «Умный регион». Он включает в себя три этапа. И первый этап, который будет 2017-2019 год, здесь пойдет анализ всех лучших практик, которые есть, внедрение лучших практик на пилотных территориях. И следующие уже этапы будут тиражирования. Конечно же, основная цель еще – это проработка нормативно-правовой базы. «Умный регион» состоит из умных территорий. Новейшие технологии пока внедряются в Димитровграде и Ульяновске. Последним, например, создается умный микрорайон «Сантер», часть большого проекта «Инновационный кластер Ульяновской области». Проект направлен на создание экосистемы развития технологического предпринимательства, в рамках которого будут созданы новые высокотехнологичные компании, будут созданы научно-исследовательские лаборатории, будет создан большой образовательный сегмент, состоящий из школ, основанный на принципиально новых образовательных принципах, нового университета. Это будет большая жилая зона с высочайшими передовыми на сегодняшний день требованиями к организации жилого пространства. Весь этот проект направлен на то, чтобы эта территория была интересна для активных, думающих людей, развивающих технологические стартапы, которые позволят создавать высокую добавленную стоимость в регионе, привлекать сюда новых участников из других регионов Российской Федерации, из-за рубежа, позволят жителям Ульяновской области найти себя, создать новые рабочие места с высокой заработной платой. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин, новости «Ульяновская правда».